24 мая в школах Тверской области прошли последние звонки для учащихся 11 классов. Губернатор Игорь Руденя принял участие в праздничном мероприятии в школе номер 47 города Твери. Глава региона поздравил 11-классников и пожелал им успешной сдачи экзаменов. Ирина Синягина продолжит. В этом году школу номер 47 оканчивают 18 11-классников. Каждый из них имеет ряд достижений как в учебе, так и в общественной деятельности. В классе одна претендентка на золотую медаль и две на серебряную. Это третий выпуск как классного руководителя. Я сейчас плохо еще осознаю, что я с ними уже прощаюсь. Но они стали буквально родными мне, конечно. И это тяжело отпускать, но, как говорят, если любишь, отпусти. Все, что могли, все, что хотели, мы уже этим детям дали нашим. И поэтому я думаю, что те знания, которые они получили в нашей школе, обязательно пригодятся им в жизни, и они состоятся как люди, как граждане нашей страны. На торжественной линейке ученики первого класса передали выпускникам самолетики-навигаторы с пожеланиями, а в свою очередь выпускники – девятиклассникам гранит науки со словами напутствий. Последний звонок. Далее выпускник, призер областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии Никит Кузьмин и первоклассница Софья Аракчеева. Эти годы – это самое лучшее время в жизни, я считаю, и они запомнятся на всю жизнь, это точно. Сдаю физику, информатику, профильную математику, русский, само собой. Планирую поступать в политехнический университет наш на инженерно-строительный факультет. Глава региона поздравил 11-классников и пожелал им успешной сдачи экзаменов. Сегодня очень знаменательный день в жизни и судьбе каждого из вас. Хотел бы, дорогие дети, всем пожелать хорошего настроения, интересных событий, чтобы вы, те, кто выпускается сегодня, сохраняли связь между собой, общались, сохраняли дружеские отношения, чтобы мы вами гордились, чтобы вы были новым, большим достоянием нашей Родины, России. Сегодня, в этот солнечный день, я думаю, что все мы испытываем особое чувство радости, гордости за наших детей. Школа номер 47 расположена в поселке Литвинки и носит имя героя социалистического труда Василия Кузнецова, который более 30 лет возглавлял предприятие «Калининское». И за это время не только вывел его в число лучших в стране, но и многое сделал для жителей. Благодаря ему в поселке были построены школа, детский сад, ДК, жилье для работников. Сегодня учреждение образования продолжает тесно сотрудничать с сельскохозяйственным предприятием. Два года назад, когда было нашим губернатором предложение возродить трудовые объединения старшеклассников, лагерь труда и отдыха на базе нашей школы, совместно с ЗАО «Калининское», был создан лагерь труда и отдыха. И выпускники этого года в течение двух лет работали в ЗАО «Калининское» по заготовке сена и уходу за первый год. Они ухаживали за коровами, а второй год они уже ухаживали за маленькими телочками. В этом году трое выпускников школы, участников трудовых смен, приняли решение поступать в Тверскую государственную сельскохозяйственную академию. Предстоящим летом лагерь труда и отдыха также будет организован. Они увидели современную технологию, компьютеризация, автоматизация процессов, которые происходят в животноводстве. И мы их возьмем на работу. По окончании мероприятия губернатор осмотрел школу, столовую, спортивный зал, кабинеты начальных классов, технологии, где школьницы на уроках шьют подушки-валики для участников специальной военной операции. Игорь Руденя также пообщался со старшеклассниками, посетил музей детского творчества. В частности, своими руками ребята сделали макет Спасо-Преображенского собора Твери. В школе есть историческая рекреация. Там воссозданы все вехи героического прошлого как страны, так и Верхневолжья.